Друзья мои, как вы готовите, например, мясо в духовом шкафу? Наверное, в прошлой жизни или просто вы использовали, знаешь, как вот такую большую форму для выпечки. Форму для выпечки. Друзья мои, вы покупали отдельно и тратили деньги. Мы предлагаем вашему вниманию и кардинально изменить вашу кулинарную жизнь, потому что наш набор посуды, а это 17 предметов, можно отправлять в духовой шкаф, использовать на всех видах плит, и только сегодня вы заказываете и получаете выгоду. И получаете главную выгоду. Итак, внимание, это специальное предложение дня. Мы готовили с вами в сотейнике, а сотейник поставили в духовку и получили вкуснейшее ароматное мясо с овощами. Вы посмотрите, такого в обычной форме для выпечки получить очень сложно. Тем более, что у нас получается, что сковорода-сотейник играет роль и формы для выпечки. И сотейник, и сковородка. Но сначала смотрим, Оля, результат. Ты посмотри, идеальный сок у нас именно внутри. Буквально через минуту я расскажу, как мы это достигли, потому что это профессиональный набор посуды идеального качества из 17 предметов. И, Оль, давай сейчас расскажем нашим телезрителям, что они получают. И получаете вы сразу полный набор 17 предметов за 4999 рублей. Экономия 2200 рублей. Завтра набор будет стоить уже почти 7200. Зачем завтра переплачивать? Зачем вообще бегать по магазинам и что-то искать? Совершенно. Давайте знакомиться с полным набором. Итак, внимание, самая большая кастрюля объемом 6,5 литров нужна для приготовления щей, борщей, закваски капусты. Можно томить абсолютно различные моченые яблоки, делать консервацию и так далее. Кастрюля объемом сколько? Правильно, чуть больше 3 литров. 3,9 литров понадобится нам для приготовления гарниров, отварки макарон и так далее. Следующая кастрюля объемом 2,9 литра для приготовления сочных вкусных каш, приготовления гарниров также. Следующая маленькая кастрюля, я ее называю ковш, для, внимания, пригодится вам для приготовления соуса 2,1 объем и для приготовления завтраков. Сковородка сотейник диаметром 24 сантиметра. Она же форма для выпечки, она же сотейник, она же сковородка. Ну, как вчера, помните, если смотрели, он же Гога, он же Гоша, он же Жора, а у нас такая многофункциональная сковорода. Оля, и это еще не все. Друзья мои, заказывая, вы сейчас получаете именно вот этот набор аксессуаров. Именно лопатка, шумовка, половник, она идет в комплектацию именно к нашему набору. Еще и с подставкой. Посмотрите внимательно. Здесь у нас и ложка с прорезями. Здесь есть и половник, есть еще и специальная лопаточка, вилка, есть специальная ложка для спагетти. Ну а теперь внимание, это полный набор. Это выгода, это эксклюзив. Совершенно верно. А теперь пойдемте со мной. Мы сейчас будем разбираться. Главное преимущество нашего набора – это, внимание, терморегуляция. Друзья мои, смотрите, мы подготовили ваш набор и наш. Мы готовим здесь кашу. Смотрите, в прямом эфире я показываю. Смотрите, это наша каша, и она абсолютно не пригорела. А смотрите, что происходит с вашей кастрюлей, потому что здесь неправильная теплопроводность, и благодаря неправильному дну здесь каша пригорает. В нашем не пригорает, здесь пригорает. Давайте посмотрим, как устроено. Равномерное распределение тепла у терморегуляции идет правильно у нашей посуды. Обычная посуда, она, как правило, всегда пригорает то с одной стороны, то с другой. Наша посуда закипает на 30% быстрее, чем обычная. Следующее главное достоинство – это эффект настоящего глиняного горшка. Теперь посмотрите. Мы сейчас готовим что? Перчики фаршированные. Они у нас равномерно готовятся идеально. А ты знаешь, почему у меня я именно готовлю перцы? Почему у меня именно получается очень хорошо? Слушай, а почему ты, кстати, выбрал очень крупные перцы? Они у тебя полные, зафаршированы мясом с рисом. Так. Ну, а ты знаешь, у меня к тебе такой вопрос. Дай совет, как нам получить идеальный результат? Во-первых, нужно идеальную посуду, которая позволяет готовить любые кислосладкие блюда, а именно, например,
вот такой вот перец в кисло-сладком соусе украинском, потому что здесь сталь 18/10, она никогда не окисляет продукт, который вы готовите. Готовьте с удовольствием на наборе посуды, и это не простой набор, ведь это, во-первых, полноценный набор шеф-повара из нержавеющей стали. Что мне хромо-никелевая сталь, 18% хрома, 10% никеля. Хром дает нам нержавейку, то есть никогда не заржавеет, а 10% никеля – это блеск. Это посуда, которая будет всегда блистать на вашей кухне, потому что сталь 18/10 используется только в высшей области кулинарии. Раньше чаще всего мы гонялись, когда работали поварами, именно за такой посудой. Теперь она наконец-то стала доступна. А еще ее применяют, ты рассказывал, в медицине? Да, она применяется используется в медицине, в кораблестроении и авиастроении. Поэтому это такая отрасль, которая очень важна. Давайте теперь поговорим еще о достоинствах. Мы рассмотрели терморегуляцию, мы рассмотрели, что это комплектация, мы рассмотрели сталь 18/10. Теперь я хочу поговорить о пятислойном термоаккумулирующем капсульном дне. Я хочу показать вам именно вот на борще, как я это готовил. Когда мы готовим борщ, мы создаем эффект томления. Если мы это готовим на обычной посуде, то у нас борщ теряет свет. Что происходит именно с пятислойным термоаккумулирующим капсульным дном, которое устроено в нашей посуде? Здесь весь свет остается идеальный. А значит, друзья мои, ваше блюдо будет намного вкуснее и лучше получаться. И, конечно же, оно будет еще и абсолютно приятным на вкус. Давайте будем готовить так, чтобы наши домочадцы бежали на кухню и говорили: мамочка, ну уже можно, ну уже готово. Так хочется вкусно поесть, потому что ароматы вызывают аппетит. Ну, слушайте, а теперь давайте разбираться. Все-таки необычное дно. Да, пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно. Давайте сейчас посмотрим, как оно устроено. Первый слой у нас идет из нержавеющей стали, второй слой идет из алюминия. Последовательно идут друг за другом эти два материала. Когда они сочетаются друг с другом, получается идеальный результат. А именно, у вас эффект настоящего томления. У вас не получится такое, что перцы переварились или, допустим, борщ расквасился, потерял в цвете. То есть вот благодаря этому дну у вас получается идеально. Но обычно какое дно? Ну вот обычно мы сейчас просто будем... Давайте. Ты разрезал, что ли? Да, я разрезал эту кастрюлю. Давайте просто посмотрим. Смотрите, я хочу просто показать обыкновенную кастрюлю, которую я взял. Так. Посмотрите, толщина этой кастрюли всего лишь, внимание, где-то примерно 5 миллиметров. В качестве примера я беру нашу кастрюлю. Толщина нашего дна 1 сантиметр 8 миллиметров. Почти 2. В два раза толще. Она подходит для всех видов плит. То есть эту мы выбрасываем, а эту оставляем. Подходит для всех видов плит, включая индукцию. Это в качестве магнита. Это магнит? Да, равномерно распределяет. Итак, несколько преимуществ. Это полная комплектация из 17 предметов. Раз. Второе, то, что сталь 18/10, это... она безопасна для вашего здоровья. Имеет пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно и качественная терморегуляция. И подарок! Забирайте сейчас и для себя, и для близких.